Хорошо, нормально продышался. РСС привезли какого-то хитрого бразильца. Он мало того, что еще был крупнее, выше меня, так он еще избрал подлую тактику, ждал меня, не нападал на меня даже. Пытался забороть. Вначале пришлось перетерпеть, чуть-чуть проявить мужество, а потом уже я чисто головой, чисто умом забрал бой, потому что невозможно было с ним драться. Он убегал, кидал одиночные удары и ловил меня на мою атаку. Поэтому пришлось забороть его. И хочу обратиться к РСС, чтобы больше не давали мне таких неудобных соперников. Хочу драться в стойке. Прошлый поединок был очень хороший. Мне привезли бразильца, который был чемпионом по 70. Мы с ним закатили хорошую рубку. Здесь же мне приходилось выиграть головой. Поэтому прошу дать мне в следующий раз более хорошего спортсмена, более ударника. Потому что хочу именно драться в стойке, показывать хорошие бои. Ты мастер спорта по побеждению бразильцев, получается? Ну, пока мастер спорта, да, есть еще международный класс, заслуженный мастер спорта, так что есть еще куда расти. Тебе самому-то нравится вообще эта история, что приезжают типы, которых приходится смотреть на шердоге, и непонятно, кто эти люди? Я не знаю, мне дают соперников, я дерусь. Сколько раз я уже здесь? Очень много. В этом году, да. В этом году я один из тех, кто дерется чаще всех. Поэтому я всегда за. Хоть какой соперник, хоть удобный, хоть неудобный. Сейчас могли увидеть, что он был крупнее меня в раза два. Я это почувствовал. У меня впервые забились руки. Поэтому легких боев здесь нет. Ты прошел лагерь с Петром Яном на Горном Алтае. Как тебе? Очень хорошо. Много было соперников, спарринг-партнеров. Очень много функциональной работы. И именно здесь помогла она мне. Расскажи еще про свою подготовку. Где ты ее тоже проходил? Наша команда «Рать» собирала сборы на базе ССП «Ратиборец». Приезжали очень много бойцов, которые, в частности, были здесь. Рома Подругин, он потом приезжал к нам в город. Герги Шахрумазанов, он победил Eagles FC турнир пару дней назад. Вот мы с ним подходили подготовку. Еще много ребят сильных. Ты бы хотел подраться в карде Шлеменко и Исмаилов? Ой, бля. Тяжело, но возможно, если не гонять вес, в принципе, можно. Но если мне сделают вес промежуточный хотя бы, потому что сгонка – это самое неприятное здесь. И она тоже закрыта со мной в сауне. Ты как-то сидел же со мной в сауне вроде? Вот, надо еще нам повторить, как-то собраться. Ты доволен? Честно, нет. Хотел подраться в стойке, но невозможно было, потому что хитрый бразилец. Он заряжался на одну правую руку, на одну правую ногу. Хотел, видимо, подловить меня на один удар. Он такой немножко грязный, скользкий боец. Так что я хочу драться с более крутыми соперниками, чтобы показывать более лучшие поединки. У тебя подрастают дети. На что потратишь гонорар? Нужно долги потратить. Ремонт во второй квартире закончить. И машину надо подделать. Вот, а потом уже вернемся дальше. Бои, чтобы жить? Для меня, да, я не работаю нигде, зарабатываю только боями, живу этим, так что у нас еще много ребят подрастает, их нужно за собой тоже тянуть, поэтому, да, тут бои, это моя работа, мне это нравится, но это непросто, придется немножко потерпеть, чтобы достичь высот.